Ребят, всем привет! Снова мы с вами на заячьей охоте. Сегодня будет у нас охота загонная. Взял с собой сына на охоту. Первый раз. Не потерялся бы он там. В кустах только. Сейчас будет прогонять вот эту забочку. Тут надо вдвоем, втроем гнать. Но это... Самая большая на пути забока, потом будут поменьше. Ладно, посмотрим, что получится. Маленько широковато. Что-то тихо, подозрительно, блядь. Там, где его высадил, нас против вот мужики рыбачат на льду, блядь. Слышно даже, как они хрустят. А загонщика не слыхать. Силой мысли гонит, что ли, блядь. Не пойму ни хера. И телефон дома оставил. Идет что-то там, блядь, бубнит. Нет, так дело не пойдет. Пойдем проводить инструктаж еще раз. Знаешь, шел прямо меня, увидел, завилял, блядь. А все, спалился. Лентяй, блядь. А? Ну, конечно, от него следы, прячется он. Видишь, ты прошел вот так. Идешь постоянно и постоянно и постоянно кричишь. Он тебя слышит. Смотри, вот видишь сбоку кусты. Сколько ты не прошел. Он же мог там сидеть. И ты не кричи постоянно. Зай, 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 зай. Ты идешь, кричишь, он же тебя слышит и ведет. Ты вот видишь сбоку, вот. На меня смотри. Вот большой пятак. Идешь и закрикнул. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так вот громко, чтобы слышали тебя. Прошел, маленько покричал. Потом смотри. Переходишь вот по кустам, идешь сбоку, вот в эту рощу. Там прошел, покричал. Маленечко прошел. Потом переходишь на левую, чтобы проорать. И сильнее покрикиваешь. А ты шел ровно-ровно по кустам, вот по одной роще. Между, блядь, от по одной полосе. Зай, 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 зай. И все, он сбоку сидел, тебя слышал. И прошел. Где тебя высадил? Мужики там лед бурили, я их слышал. А как ты в загон шел, не слышал. Видишь, надо громче орать. Зашел вот одно место. Ты же видишь примерно сколько тут? 50 метров вокруг. Поорал. Перешел вот сюда, на эту сторону поорал, чтобы всю забочку захватить. Вот еще одна завока, видишь? Следующая. Ну тут хотя бы вот по этой, по роще березовой иди, вот так.
С того конца там поорал, поорал, вот сюда перешел. Опять там поорал погромче. И вот так вот между берез. И до конца погонишь. Иди пока в машину заведи, погрейся. Я тут зайца потроплю. Понял, как орать надо? Ну-ка, покажи. Заяц! Зачем ты орешь заяц-то? Так, хоп-хоп-хоп! Так надо орать. Чтобы он обосрался и побежал. А ты заяц, заяц! А он с такой голову подымет. Чё, где? Кто зовет? Не пойду, холодно, блядь. Иди ори вот так, как я тебе сейчас показал. Ладно, иди вон там, машину заводи. Я пока вот зайца потроплю. Переехали в следующий загон. Посмотрим, что здесь будет. Это за бочка поуже. Поди должен прогнать. Блять, солнце в глаз, пойду туда встану. Рыбаки стоят. Нормально. Нахуй в машину. Вон он бежит, 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 бежит. Ну что ты, блядь? Еще все под рынок. По спокойно бегущему зайцу, блядь. Не могу попасть. Да что ты, блядь, за херня ты такая, а? Не пойму, блядь. Ни хера. На уток приловчился, блядь, на ворон. На зайца никак не могу, какой год уже. Тридцать пять метров, блядь. Тут вообще, блядь. Сын молодец. Зайца выгнал. Я? Попал? Да вроде. Вот, видишь, покричал как след. Покричал как следует и все. И выскочил заяц. А я там его увидел, как бежит, а потом увидел, как бежит. Замерз? Замерз? Замерз. Солнце замерз. Так, ребят, вот загончик. Взяли зайчика. Пойдем посмотрим, как я намазал. Дробь вот пошла куча. 35 метров. Он шел по дороге. Не хотел побежать вот как бы на меня. Я стрелял в него. Пошла вот нормально. Вот пошел. А тут всего вот две дробины. Все пошло по низу, блядь.
Какой год уже, блядь. Все, вот она вся дрожь ушла вниз. Во. Вот она полоса шурканула. Тут уже по зайцу вот снизу он прошел вот две тропинки. Это вторые. Ну вот третий прошел в самый раз. Вот чуть выше следа. Как положено. И вот он объект охоты. Вот такой русак. Здоровый. Ну-ка полежи. Чё? Это ты выгнал. Тяжелый? Mm-hmm. Вот так вот. Поохотились с сыном. Вот так, смотри, в камеру. Вот такие вот мы молодцы, да? Ладно, ребят. Попрём домой. Отбирать. Красавец вот такой. В общем, вот такая получилась охота. Красота. Первый выезд сына на охоту. Да не то, что на диване сидеть, да? Ладно, подверлим.